Всем привет! Вы на канале «Жизнь в Турции». Меня зовут Юля, и я приехала в свой очередной отпуск. Я в Египте, Шарм-эль-Шейх. Сейчас на календаре ноябрь месяц, поэтому будем гулять по Шарму, ездить в различные туры и расскажу, покажу, какая сейчас температура воздуха и воды в море. За те 10 месяцев, которые я отсутствовала в Египте, на въезде правила не поменялись. Если вы планируете отдыхать только в Шарм-эль-Шейх и находиться на территории Синайского полуострова, то вы въезжаете в Египет по бесплатному штампу. Но если же у вас в планах посетить Каир или пирамиды, или слетать в Александрию, или посмотреть древний город Люксор, то здесь уже, конечно, придется покупать визу. Стоит она $25 на человека. На выходе есть операторы сотовой связи, где можно приобрести себе телефонную карточку. В прошлый раз я приобретала карточку компании Orange, мне понравилось, и в этот раз я также буду покупать телефонную карту этой компании. Стоимость 35 гигабайтов $7, 55 гигабайтов $10, ну и выше. Цены компании Orange. Утренний Нама-бей выглядит вот таким вот пустым. Практически все закрыто. Машин нет, людей нет. И есть только одинокие туристы, идущие на пляж. Рано утром убирают улицы. И вот можно видеть, что все закрыто. Людей нет, и вся жизнь на Нама-бей начинается уже ближе к закату. Единственное, что открыто с утра, это, наверное, только вот самые близко расположенные к пляжам магазины. Дайвинг-центры, доброе утро. И агентство по продаже туров. Главная набережная, район Нама-бей. Пляж, на котором сосредоточены все мини-пляжи, которые относятся к различным отелям. Погода прекрасная. Ой, даже цапля прилетела. Совсем не боится. Здесь просто большое сосредоточение мелких рыбешек. Поэтому, наверное, цапля сюда и прилетела на охоту. Такой ветер поднялся резко. А так хорошо было с утра. Вовсю работает здесь водный спорт. Люди готовятся плавать на бананы. За $10 можно поплавать вот на такой вот лодке с прозрачным дном.
Плывет лодка вон к тем рифам, вон там он вдалеке. Вы там смотрите на рыбок, на кораллы. Дается время для того, чтобы посноркелить. И возвращают вас обратно на пляж. Длительность этой поездки составляет всего лишь час. Сейчас, наверное, самое оптимальное время для отдыха. Температура воздуха 28-30 градусов. Вода теплая, наверное, градусов 25 точно есть. Солнце уже не палит. Можно прогуляться вдоль пляжа. Поэтому ноябрь месяц для отдыха Шарм-эль-Шейх – это просто зачет. Наступил вечер, и я выбралась прогуляться по Нама Бэй в первый день. У меня были небольшие проблемы, чтобы поменять деньги. Приехала я рано утром, и в отеле меняли по маленькому курсу. Все банкоматики, которые можно было разменять, автоматически не было налички, поэтому до вечера пришлось везде рассчитываться долларами. Ну а ближе к вечеру открывается обменный пункт прямо на входе в Нама Бэй. Меняют здесь деньги без комиссии. На данный момент официальный курс доллара 49 египетских фунтов. Для обмена вам нужен всего лишь паспорт, либо его фотография. Ну а здесь прям ресторан назван в честь меня. Жулия. Котяры в ожидании морепродуктов. С одной стороны променада Нама Бэй, у нас сплошные кафе и рестораны. Ну а с другой стороны магазинчики, где можно купить золото, серебро, сумки, одежды, ну и разные другие вещи. Прогуливаясь, решила сделать себе рисунок на руке из хны. Стоит это $5. Посмотрим, как оно получится. Рисую. Я сам фантазия красива. Это когда женщина пингвина, когда женщина женится, когда махинди. Прогуливаясь по Нама Бэй, проголодалась, поэтому решила заскочить в итальянский ресторан для того, чтобы перекусить, надеюсь, вкуснейшее, пицца и пиво. Ну и не забываем, что в районе Нама Бэй есть магазин Fix Price с большим выбором различной продукции. Очередное место, куда я решила прогуляться вечером, посидеть, выпить кофе, посмотреть на концерт, который проходит здесь каждый вечер. Это Генена Шоппинг Молл. И с террасы этого торгового центра открывается вид на мой отель. Falcon Nama Star.
покататься на коньках в Шарм-эль-Шейх. Как же здесь холодно! И никого нет. Здесь можно взять на прокат коньки, и 30 минут катания стоит 50 египетских фунтов. Я пришла поужинать в свой любимый рыбный ресторан «Фарес». Находится он рядышком с моим отелем в торговом моле «Генева». Вот так вот выглядит мой любимый крем-суп. Это даже не суп с морепродуктами, а морепродукты с супом. Принесли еще закусочки и на подходе креветки на гриле. Чего в супе только нет. Креветки, кальмары, осьминоги, куски краба. Это очень вкусно. Различные закусочки. Просто идеально. Будете в Шарм-эль-Шейх, обязательно сходите в ресторан, закажите себе этот крем-суп с морепродуктами. Но он реально, он очень вкусный. Я закончить наслаждаться своим вкуснейшим супом. Мне принесли креветки на гриле, кальмары в кляре. И я, честно говоря, думаю, как я это одна все съем. Мне в подарок еще принесли какой-то коктейль. Попробую, что это. Ой, что-то такое сладкое. Мятная вода с чем-то молочным. Ой, как вкусно, как освежает. Идеально после морепродуктов. Ну что, мой ужин в Фаресе закончился. Я, разумеется, все не съела. Это было слишком много для меня. Мне это все упаковали. Несу с собой недоевшие креветки в отель. Весь ужин обошелся мне вместе с налогами около 14 долларов всего лишь. Постоянно летают самолеты, очень много самолетов. Короче, капучино, толком не капучино. Чизкейк совсем не как чизкейк. Но вот на этой вот сцене каждый вечер в 10 вечера начинаются программы. Можно прийти сюда посмотреть. Начинается программа. И первый номер — это мужской танец в юбках с бубнами.